Сегодня 70 лет отмечает знаменитый певец, народный артист России Валерий Леонтьев. На сцене он уже почти полвека. 30 альбомов, сотни песен и тысячи концертных выступлений, каждая из которых превращалась в невероятное шоу. В день рождения с артистом встретился Илья Филиппов. На сцене вечный романтик и вечный двигатель Валерий Леонтьев. Он говорит, что пришел из прошлого века. Потому что не все из тех, кто начинал петь в 20 веке, добили до 21-го. И один из этих динозавров. Добро пожаловать на вчерашний парк. У вас ощущение этой даты какой-то внутренней есть? Да, очень двойственное ощущение. Мне порой кажется, что как? Это не про меня вообще. Все, что происходит, это не со мной. Это не про меня. Хочется прыгнуть, кувырнуться, побежать куда-то, прыгнуть в речку, прыгнуть в прорубь. Такие ощущения юношеских лет. Меж нами память и туман, ты как во сне. Здесь в песне 83 Валерий Леонтьев уже лауреат многих конкурсов, уже звезда, но эта мелодичная «Полет на дельтаплане» сделала артиста популярным окончательно, навсегда. Менялись ритмы и стили, как репертуар у Леонтьева, но и сейчас, какую песню у него не возьми, она в первую очередь будет красивой. Маргарита, Маргарита, эти изыскания ритмические. Это пришло оттуда, и это сегодня легче воспринимается, конечно же, молодежью, молодыми людьми. А люди среднего возраста, люди старшего поколения, для них в основе песни культуры лежит мелодия. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. В нем с детства и Магомаев, и Пьеха, и Битлз, и Том Джонс. Сумасшедшая закваска, которая в сумасшедшем ритме работает по сей день. Шутка ли в одной песне 81 раз танцуя петь слово «бегут»? В гримерке Кремлевского дворца ассистент скоро объявит его выход, и он снова волнуется. Иногда бывает так, разбушуешься перед выходом. Ты сам себе задаешь вообще чего? Почему? Что? Да. Что произойдет нового? Почему ты не можешь взять себя в руки? Ответа не находишь. Но выходишь, и там все делается. Илья Филиппов, Павел Меер, «Вести».